Медико-косметологическая клиника «Верба» разместилась в самом сердце Бреста, на улице Халтурина. Здесь без яркого антуража и громких обещаний работает профессиональный коллектив врачей и косметологов. Задача – позаботиться о женской красоте и здоровье, при этом сделать услугу доступной, а результат эффективным. Специалисты центра одинаково успешно работают как со взрослыми, так и с маленькими пациентами. Так, современное оборудование для ультразвуковой диагностики позволяет проводить процедуру с малышами от 5 лет. Вместе с тем, клиника «Верба» специализируется на трех основных направлениях – гинекология, дерматология и косметология. Современная эстетическая косметология, она располагает большим арсеналом различных процедур и методик. В нашем центре используются наиболее популярные процедуры, такие как биоревитализация и мезотерапия, биоармирование и мезонити, биорепарация, ботулинотерапия и ряд других методик, и также контурная пластика. Квалифицированные специалисты нашего центра, они помогут женщинам любого возраста сохранить, приумножить естественную красоту своей кожи с помощью достижений эстетической косметологии. Пластическую хирургию многие считают агрессивным вмешательством. И сегодня на помощь женской красоте приходит инъекционная косметология. Специалисты «Вербы» предлагают несколько современных и безболезненных способов вернуть и сохранить молодость кожи с помощью натуральных препаратов. Главное преимущество инъекционной терапии – отсутствие отеков, гематом и аллергии. Процедура длится до 40 минут, а эффект сохраняется на несколько лет. Биорепарация – это новейшая инъекционная методика кожного омоложения, которая, значит, направлена на то, чтобы, значит, главная цель ее состоит в том, чтобы замедлить процесс разрушения гиалуроновой кислоты и обеспечить увлажнение кожи достаточно на длительный период. Она не только обеспечивает интенсивное увлажнение кожи, но и восстанавливает ее тургор, микрорельеф, возвращает здоровый цвет лица. Уход за телом не менее важен, чем красота лица, считают в Вербе. Для этого центр использует универсальное высокочувствительное оборудование израильского производства Alma Lasers Soprano Eyes, которое совершило настоящую революцию в области эпиляции. Аппарат обеспечивает эффективное лазерное удаление волос на любом участке тела. На данном аппарате лазерную эпиляцию можно проводить в любое время года, независимо, без ограничений и даже на загорелую кожу. Значит, это преимущество именно данной уникальной технологии. Состояние кожи улучшается сразу же после первого сеанса, и после проведения полного курса можно избавиться надолго от нежелательных волосков. Еще одно важное направление работы клиники «Верба» – гинекология. На страже женского здоровья стоят профессионалы с многолетним опытом. В самое ближайшее время в центре появится аппарат для радиоволновой хирургии, который позволит не только расширить спектр гинекологических услуг, но и проводить лечение на самом высоком уровне. Для этой же цели, но только уже в сфере дерматологии и косметологии, приобретается аппарат для лазерной терапии «Гармония» израильского производства. Его использование позволит клинике «Верба» встать в один ряд с ведущими медико-косметологическими центрами страны. Так что, если вы не знаете, кому доверить свою красоту и здоровье, в клинике «Верба» всегда найдете индивидуальное решение любой проблемы. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУК-ТВ».